дорожки. Но я прекрасно помню и взлет, как бабка не выбрасывала крошки. Как много лишнего мы слышим в дни побед. Но только этой патоке с елеем не очень верят те, кто в 10 лет питался в основном столярным клеем. А время умножает все на ноль, меняет поколение поколеньем. И вот войны подлеченная боль приходит лишь весенним обострением. Над этой болью многие кружат, как воронье, как чайки, и так рады, как будто свой кусок урвать хотят бетонно-героической блокады. Я еду в поезде, смотрю на все подряд, в окно на девочку с прекрасными глазами, а за окном солдатики лежат и прорастают новыми лесами. Проезжаю я зловещие места, там, где человек — главное богатство недр, где еще с войны бойцы лежат по трое на один квадратный метр. Там везде шаги, там голоса, чудные огонечки по болотам, тени по ночам тебе поют, как будто просят и хотят чего-то. Откопай меня, браток, я вершинец Саня, пятый минометный полк, сам я из Рязани. Много ты в кино видал о солдатах версий, сейчас послушаешь мою, будет интересней. И начнут они вещать на языке стонов недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают между елок. Откопай меня скорей, умоляю снова. Я Маршанников Сергей, родом из-под Пскова. Адресок мой передай в родную сторонку. 18-й квадрат, черная воронка. А под утро все взревет, полетит куда-то и попрет на пулемет в штыковую с матом. И деревья все вверх дном, ввысь растут коренья в этом славном боевом месте преступления. Прочь чудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, на это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка, а над этим надо всем ягода-морошка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает, станция Абраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет ленту.